Доброе утро, ребята! Сегодня 1 апреля. Я уже всех, кого могла, разыграла, и вас в том числе. Правда, многие не повелись, потому что я, кажется, делала уже в прошлом году такую шутку, но я, честно говоря, не помню. Мне стали звонить сразу мои друзья, знакомые, писать: «Юля, что случилось, им тебе помочь?» Маме сказала, что садика выгнали, папе там еще что-то, Руслану. Короче, всех разыграла. И со спокойной душой врываюсь в выходные. Едем с ребенком. Сонь, ты нормально себя в очках чувствуешь? Пасмурная погода. Мерзнет внутри душа. Шарф говорит на день. Но не поможет шарф. Это не мой день. Соломонова. Блин, у меня еще сломался. Слышите, как быстро мелькает? Это этот. Поворотник. Сломался. Справа. Да, вообще хотела пойти с коляской, я уже 100 лет не пользовалась коляской, но у нас дождик. Хочу вам показать эту кулему. Сонь, куда мы едем? Играть? Да. Ты рада? Ну и хорошо. Столько народу тут, да, Сонь? Иди, я тебя сверху посмотрю. Иди, иди. Молодец! Вау! Давай еще раз. Ребят, я тут вообще одна с Сонькой хожу, остальные все дети ходят с папами. Просто все мамы сидят за столами, отдыхают, а папы с детьми бегают. Вот это правильно, я считаю. Тут тоже одни мужики. Сегодня все днюшки празднуют, вот какая-то закончилась днюшка, и прям так, пусть пустовато стало, и Соня может нормально бегать, а то тут бегают, сбивают, конечно, у меня аж глаза разлетаются, вон. Стреляет заправкой.
Сейчас заказала ей покушать, тогда поест и поедем уже домой, пусть поспит. Вот сейчас я тут сижу, и напротив уже новенькие пришли. Пара, у них двое детей, один грудничок еще в коляске, и муж взял его, сидит с ним на руках, малой где-то бегает, жена его сидит, разговаривает с подружкой. И вот он его положил в коляску и меняет ему памперс. Она сидит, просто смотрит. Класс? Почему нет? И вот он ему уже поменял, одевает колготочки. А она дальше болтает с подружкой. Отлично. Я считаю, что очень даже, почему бы и нет. Правильно? Мы вернулись домой. Соня уже спит. У меня тут под дверью стояла бутылочка вина. Deutsches Weinsied. От соседей. И... ссылочки. Так, тут я понимаю, еще купальник, когда должно быть. Насколько я помню. Короче, вот такой вот купальничек, тоже простой. Это от Esprit. И внутри с косточками. Хотя, может, это будет и красиво, но я... в лифчиках-то косточки не люблю, а в купальнике весь день сидеть. Ну, как в лифчике, грубо говоря. Не знаю, посмотрим, может, они и нормально будут. Я взяла, по-моему, в двух размерах. Один и тот же. Потом померяю. Также мне сегодня еще пришло защитное стекло на телефон, который я разбила. Не дождалась, представляете, буквально пару дней. Помните, я такое же как-то заказывала? Потом в итоге я то ли не те заказала, то ли что, я их отправила обратно. Это для того, чтобы кожаную обувь расширять. И в итоге я те отправила обратно и кожаную обувь сдала Шустеру, или Шумахеру, как там правильно. И он сделал мне. В этот раз опять я вам показывала вчера, который я заказала шлепки. Сегодня мы, кстати, будем все это мерить. Я их уже померила, эти шлепки. И они классные, но узковатые. Ну, можно ногу засунуть, но я люблю, когда она прям легко входит, знаете. И я хочу попробовать их расширить. Если получится, то я их оставлю. Вот. Классные, потому что сильненько смотрятся. Ладно. Все равно мне нужен еще спрей. Вы поняли. Расширять обувь. Все. Такие вот неинтересные посылочки. Сейчас ко мне заехала подписчица. Я отдала там Сонькины вещи, которые я говорила, кому надо, приедьте, заберите. И оказывается, мы с ней уже виделись как-то. И она мне, смотрите, что привезла. Привезла что-то покушать. Это картошка, да, вот запеченный картофель, и здесь всякие кускус я вижу. Это что? Что это? Это что это? Какая-то крупа это, типа перловки, но это не перловка. Так что я сегодня ужин готовить не буду. Все, Сонечка, Соня супчик поела, умничка. Правда, мне тут на два ужина. Тут то же самое, наверное? Нет? Ну да, похоже. Только тут еще кукуруза. Спасибочки. Примерочка. Ну что это? Что это за рукавчик? А что это за рукавчик? Я забыла совсем, что хотела примерить днем. Что это? Он как будто бы... Он так, наверное, просто отутюжен, да? Неправильно. Он должен быть вот так, тогда совсем другой вид. А он как будто бы колокольчик начинается непонятно откуда. Как будто бы такие вот шортики. Может быть, если правильно отутюжить и носить в расстегнутом состоянии. Просто я сейчас застегнулась, так как я там без ничего. Может быть, будет и ничего. Но нет, наверное. Хотя, да не на меня, как-то мне вот с длинными рукавами больше понравились. Хотя она такая прям легкая ХБ, легкие шортики, легкая рубашечка на лето. Я думаю, там просто так был неудачно сложен. Так, в принципе, ничего, но не для меня. Следующее вот такое вот красивое платье, которое не сошлось у меня в груди, как видите. Я тут держу, чтобы не разошлось совсем.
Можно расстегнуть. Очень симпатичная, но вот здесь должно быть у кого-то поменьше. Прям вообще не сходится. Материал не тянущийся, поэтому... А так, смотрите, хоп-хоп. Ну-ка, ну-ка. Это красное платье, для чего ты надела? Платьишко симпатичное, но не сошлось на мне. Жалко. А это просто шикарное платьишко, но оно чуть-чуть маловато в груди. Видите, оттопыривается немножечко, но может быть с каким-то другим лифчиком, без косточек. Блин, такое симпатичное. Цвет очень классный. Рукав, да, интересный. И такие красивые пуговички блестящие. Я, знаете, его с чем вижу? Почему-то с лоферами. Я нашла классные лоферы в Заре, но они там распроданы, их больше нет. И я нашла похожие в Massimo Dutti, но они там чуть больше лакированные, а в Заре были не лакированные. И вот именно такие, какие мне нравятся. Там еще есть куча других, но те, которые как мне нравятся, их сейчас нет. И вот как-то что-то мне захотелось лоферы. Что, карманы есть? Нет, карманов нет. Это было бы чересчур хорошо. В общем, вот такое вот платьишко. Можно и с кедами одеть, и на каблучке одеть. Я люблю такие платья, которые... Хотя, в принципе, в наше время любое платье можно одеть как с кедами, так и... Так и... С каблуками! Что? Пультик? Не знаю, иди ищи. В ящике, наверное. Соня меня отвлекла. Ну, в общем, платьишко... Мне нравится. Или я в нем толстая? Подумаю над ним просто. Ну а куда с другой стороны? Куда я в нем сейчас пойду, да? Но с другой стороны, ну на день рождения кому-нибудь. А кому? Да кому угодно, кто пригласит. Я не знаю, симпатичная. Подумаю над платьишком. Оно мне нравится, но я подумаю, буду ли я его носить. Так оно... Приятное. Посмотрите, какие пуговки. Посмотрите, посмотрите. Классно. Ку-ку. Кататься тут будешь? Давай. Итак, вот рубашка на размер меньше. Как видите, она нифига не меньше. Ну, меньше, наверное, в чем-то. Но не особо. Они настолько оверсайзные, что, я думаю, вполне можно и этот оставить. Размер. И вот шлепочки, которые я пытаюсь сейчас растянуть, но я жду еще спрей. Вот. И надо оставить на сутки или двое, не знаю. Потому что они, мне кажется, очень классненькие. Кожаные и да, такие подо все. Подо все, знаете. Вот даже так очень симпатичненько. Вот я тоже завязала. Внутрь я, кстати, одела новый купальник, который с чашечками сегодня вам показывала. Но все-таки нет, с чашечками не хочу. Хотя вроде их не чувствую. И смотрите, тут когда наклоняешься, так странно. Но тут еще какой-то материал. Короче, натянут. Вот тут посередине. Такой первый раз вижу. С этими шлепочками, мне кажется, очень даже ничего. Я оставлю рубашечку этого размера. Шортики. Сейчас еще такой же беленький померю. Жалко, оранжевый нет. И хочется еще карманчик. А так, просто топчик на лето. Не жарко. Захотел, расстегнул, снял, накинул. Супер. Так, ну вот еще такой же есть белый. Так прям он освежает. И такая рубашечка классная. Я думаю, может быть, ее оставить вместо... Вот этой, да, которую я планировала с купальником носить, я могу ее носить и как костюм. Но, правда, этот костюм уже тогда действительно только в отпуске, потому что, ну, шортики очень так просвечивают, чисто на море. Блин, очень классненький. И сразу так свяжу. Такой, видите, тоненький материал. ХБ, лен, не знаю. Ну, лен вроде... Тоже ХБ, да? Или я что-то путаю? Костюмчики шикарные. Только мне кажется, эти шорты чуть-чуть короче, потому что на них стояла Petite. Сейчас я сравню. Это и эти, и зеленый размер S-ка, но на этих стояла Petite.
Мне кажется, что они чуть-чуть короче. Вот это больше моя длина, или мне кажется, или те такие же были. Я посмотрю, может, зеленые тоже есть. Петит. Аппетит. Ну да, можно и без шортиков ее носить. Вот так на пляже просто накинул. Ой, блин, все время забываю про свою эту татуировку. Какая классная. Я обожаю две свои татуировки. У меня одна вот здесь на руке. У меня есть видео о моих татуировках. Кому интересно, можете посмотреть, набрать Юлия К. Мои тату. Вот. У меня всего две. Вот эта и вот та на ноге. И я их обожаю. Причем вот эту я сделала. Мне очень нравился этот символ. Это символ энергии. И как я выбрала это место? Я была на Бали. Я ее делала на Бали. И у меня есть фотография. Если найду, тут вставлю. Как на Новый год. Я встала и вот так вот фотографируюсь, и у меня от платья отлетело перышко и повисло на ноге. И я думаю, боже, такое ощущение, что у меня там татуха, и мне так понравилось, как это выглядит. И я решила набить, я потом нарисовала ее себе там, и мне понравилось. И я так и сделала, в последний день на Бали набила. Да, вот эта рубашечка, все, я тогда оставлю точно эту рубашку вместо вот этой. Мне кажется, это вообще искусственный материал. Ну, давайте глянем. Нет, бамволи, хлопок, но он какой-то такой тонкий-тонкий, хотя это тоже тонкий, но это вот больше как лен, льном попахивает, понимаете? А это марлечкой, занавесочкой. Но вот это мне больше нравится, рубашечка, она прям мега классная. И насчет шортиков подумаю, ну, посмотрим, хочу ли я два костюма или один мне хватит. Может быть, два возьму. А чё, че сумочку пляжную? И Соня берет свои что ты там берешь? Совочек, ведерко, и мы с тобой на пляж загорать. Короче, я сейчас посмотрела в Asos, и действительно эти белые шорты, они чуть-чуть короче, ну, может быть, на 1,5-2 сантиметра. И они для девушек петит. И, значит, вот эти обычные шорты, они стоят 32. Аппетит 21. Они один в один, просто 2 сантиметра разница. Для маленьких дешевле. Мы очень выгодные. Вот эта оранжевая рубашка, которая мне так понравилась. Вот этот, если был оранжевый костюм. И я сейчас посмотрела, вы не поверите. Но именно петит шорты оранжевые есть. Остался последний размер, но правда не 36, не ЭС, а М. Ну вот и у меня сейчас есть петит М белые, я их взяла в петит и С, и М, и они тоже, в принципе, нормально. А вот эти петит М смотрятся как С, обычные шорты, да, которые вот зеленые у меня. И вот, блин, ну рубашка тоже М, она прям мега огромная, но я думаю, ну блин, ну такой цвет классный, я не знаю, так полюбила оранжевые что-то. Мне кажется, классно будет. Я, наверное, закажу сейчас оранжевые шорты. И будет у меня три костюма. Белый, желтый и зеленый одинаковый. Или too much. Ну, блин, ну они... Класс, вот накинул рубашку, шорты, и все, больше ничего не надо. Шорты по 21 евро, а рубашки по 33, что ли. Ну, блин, это... Ну, смешная цена. Вот такое еще платьишко пляжное. Ну, какое-то оно чересчур короткое, и если только побольше брать. Мне кажется, вот такие платьишки, они настолько легкие, понимаете? Они вот это вот в дырочку, плетеные, вот здесь вот тоненькая полосочка, да? И вот это все вязаное, мне кажется, нужно прям вот на плоскую девочку, потому что если на такую девочку, как я, сделать, то это сразу как-то вот... Ну, типа, знаете, ну, как-то не то это все выглядит. Это должно быть на тоненькой, худенькой девочке. Потому что, мне кажется, вязаные вещи девушкам с формами лучше не носить. Ну, это мое чисто мнение. Мне кажется, это как-то выглядит, ну, пошло, что ли. А вот если ты плоско, не знаю, Соня там что-то роет.
Нет, платьишко это точно нет. Лучше костюмчики возьму. Я вчера таки дочитала Гарри Поттера. Последние 20 страниц я еле-еле. У меня глаза закрывались. Но я думаю, блин, ну я уже все, я уже дочитала почти. Ну, уже концовка. Я думаю, ну жалко оставлять на завтра, хочу дочитать. И я прям засыпала, у меня прям глаза закрывались. Я думаю, не-не-не, я ее дочитаю. Прям не хотелось мне оставлять ее на сегодня. И таки добила. Пришлось позже лечь, в 1:30 аж, потому что в последнее время у меня получается пораньше ложиться, но ничего. Сегодня я уже выбрала другую, но она в спальне, где спит Соня, поэтому покажу вам ее завтра. Покажу, что же я выбрала. Ну, плюс у меня еще есть две, которые я... Одна аудио, это Тургенев «Отцы и дети», другая в электронном варианте. Лолита Набокова, и теоретически как бы они мне идут параллельно, так что мне их тоже надо дочитать. И новое я выбрала нон-фикшн. Вот, так что я сейчас тут поскладывала белье, в шкаф уже завтра буду убирать, развесила новую стирочку. Все, я иду в кроватку и буду читать, пока не захочу спать, наверное. Сейчас 10 вечера, в принципе... До 12 я могу себе позволить. Мне нравится, как у меня сейчас проходят мои вечера. То есть, получается, последний час, два, иногда полчаса, иногда всего 15 минут, смотря как пойдет, да. Но я это время провожу без гаджета, без вот этих наушников в ушах, которые уже приросли к ним. А я все откладываю и с книжкой, и потом я ее убираю и засыпаю, я не знаю, за минуту. Вот реально за минуту. Так что, да, на этом я закончу. Мы увидимся с вами завтра. И...